Do you feel the pulse? Но перед данным видеороликом, ребята, хочу вам порекомендовать каналчик Jellalbek TV. Это его главное название, но вот это вот все, это я уже не буду читать. Jellalbek TV. Да, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, как это и сделал я. А также поддерживайте его видео лайками и пишите крутые комментарии под его видосиками. Он снимает разные видеоролики, такие себе тематики, ну, крутые, да. Но тематика, я не знаю, какая у него. Ни игры, ни влоги. Ну, ребята, крутые видеоролики, да. Так, ну, шапка такая себе, но аватарка приколенькая, да. Так что подписывайтесь, поддерживайте видео лайками. Ну, а мы переходим к видеоролику. Поехали! Всем хей, с вами Денплей, ребята, и сегодня мы с вами продолжим играть в игрушку Jailbreak в Роблоксе. Сегодня мы с вами превратились в преступников, сегодня мы были с вами полицейскими, и сегодня мы превратились в преступников. Так что вот такая вот наша житуха, ребята. Коп, вот и коп, привет, так, ты у нас кто? Ага, понятно. Давайте у него украдем карточку, что же делать? Дай карточку, чувак, дай карточку. Я хочу тебе карточку дать, чтобы ты мне дал карточку. Да, откинули, вообще издевательство какое-то. Не, так не надо. Так, в общем-то, дай карточку, чувак. Дай реально карточку. Или пропусти. Алло, не стрелять, не стрелять. Так, давайте быстренько. Забегаем, опа, забегай. Есть. Вот так, давай. И быстренько берем дробовик. Нет. Смотрите, как меня колбасит. Меня арестовали. Понятно, в общем-то. Ладно. Тюрьма. Валим с тюрьмы, ребята. Валим с нашей тюрьмы. Потому что надо валить. Погнали отсюда. Так, вертолет. О, вертик! Круто! Мы на вертолете улетаем! Это просто, ну не знаю, это просто нечто. Вертолет прям. Блин, я начал чуть-чуть неправильно говорить. Вертолет прям для нас. Стоит тут такой себе, отдыхает, понимаете? Ха, круто! Так. Вот, берем калаш, АК-47. Дробаш, нам хватит, народ, нам хватит. И грабим город, погнали. А давайте поубиваем полицейских, пока у нас есть там... Давайте чуть-чуть потише сделаю сейчас. А, у себя мне надо потише сделать просто. Что я делаю так? Так, сейчас, ребята, извините за то, за неудобство. Все, закончилось это все. Да, извините, что тут табличка такая выскочила. Ладно, короче, что я перед вами извиняюсь, как будто я что-то плохое сделал. О, нет, короче, я не хочу в полицейский участок, там нету копов. Вон тот коп, который меня арестовал, он уже улетает. Так что нет чего там делать. Вон там даже два копа. А, один улетел, посмотрите, один улетел. Минус коп. Вообще круто. На тебе. А если бы его убить можно было? О, ювелирку грабят, слышу ювелирку. Алло, нет, ты меня никогда не убьешь. Ага, конечно, да. Давай. Где ты? А давайте его грохнем, что мы мучаемся, народ. Давайте грохнем этого. Ага, вон ты, бля. Значит, понятно. Опачки, куда ты там улетаешь-то? Опачки. Оп, давай, опачки. Взлетаем вниз. Ребята, слетаем вниз. И продолжаем убивать. Где ты там, гадина, покажись. Ага, вон ты где. Так, давайте. А мы ему в спину подойдем и выстрелим. Давай, быстренько перезарядочку, давай. На тебе. Все, минус коп. Понял, народ? То есть народ, я говорю. Понял, чувак? Нечего уже, никого нету, чувак. Ты не коп?
Нет, все. Минус коп. Все. Ну я же говорил, что мы его разделаем на мелкие части. Погнали грабить банк. У нас есть карточка. Кей-карта. Так что сегодня будет интересненько, ребята. Не то, что в этом видео, в котором только что я снял вот недавно. Там практически у нас ничего интересного не было. Ну а здесь интересно. Море. Море интересного, ребята. Вот тут мотоцикл лежит. А ну-ка погнали на музей. Музей. Мое любимое дело. Он наверняка закрыт, мне так кажется. Хотя... Открыт музей. Все, 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 все. Давай же, вертолет. Залагало. Что-то назад не хотел возвращаться. Ок, айтим. Короче, чувак, свали отсюда. Так, вот. Грабим косточку. И грабим этот, как его. Тут музычка такая, ребята. Крутая. Такая прям, прямо же... Как будто я чувствую себя героем, каким-то грабителем таким. Грабим картину. И грабим, то есть, валим с музея. Вот, что я хотел сказать. Все. Все, ребята, открыт музей. Я, ребята, только что это странно сказал. Вы такое сослышали. Я от радости сказал 6 раз или даже больше слова «мы». И мы с вами валим, да, отсюда. Я от радости что-то сказал вообще. А, давайте чувака подвезем. Давай. О, кого еще подвезти? Мне лишние денежки не надо. То есть надо. О, еще давайте, чуваки. Посигналим, давай. Нет, мне пассажир нужен. Мне пассажир был нужен. Хотя мне зададут за него деньги, вы понимаете? Потому что он уже ко мне сел. Вот и проблемка решена. Давайте подрежем этот вертолет. Ты мне не нравишься, вертолет, так что иди отсюда. Давай тебя как-то подрезать надо, чтобы ты нас не обогнал. О, давай. Под низом не считается. Ага, он даже нас обогнать не может. Вот ты какой вертолет мощный. О, давайте выпрыгиваем. Тут что, коп? Тут коп? Народ! Народ! Тут коп! Все, минус коп! Ха-ха, проблемки решены. Плюс 4000, ребята, мы получаем с вами. И нам дали... Верт угнали! Верт, подождите меня! Меня плюс еще. Давай, все. Банк, давайте банк. Чуваки, банк. Погнали банк. Давайте. Сейчас напишем им. Баны. Да. Ну, он, наверное, летит к банку уже. Ну, короче, давай, напишем. Банк. Коп! Валим лучше на всякий случай. Давайте. Нет! Меня убивают! Помогайте, народ! Народ, что вы боитесь вообще? Какие-то секунды. Давай, на тебе. Вообще боятся, понимаете, какие трусяги? Ну, боятся. О, еще один нет. Давайте, убивай. Все, пошел ты отсюда, пожалуй. Ну, вообще, это просто, ребята, что-то вообще. Так, подвозите, народ, меня. Да подвозите вы быстрее. Кто нас, блин, взрывает, короче? Все, до связи, народ. Там еще позвоните мне. Да, мы еще с вами пограбим. Так, а я погнал на мотоцикле. Брум-брум-брум, да. У меня тут мотоцикл есть. Я его покупал еще очень давно, когда первый раз в джейлбреке играл еще. Погнали, банк. Я хочу банк. О, народ, банк грабим. Погнали, я с вами грабану с удовольствием банк. О, погнали. Все, ребята, мы вообще грабим, мы просто топ-грабители. Музей ограбили, банк сейчас ограбим. Еще бы ювелирочку ограбить и вообще... Ай! Я случайно. Ай. Так, вот, кто по мне стрельнул-то? О, police in the bank. Вообще, экшен. Ай, что за? Давайте туда выстрелим. Давай, убиваем. Все, минус коп. Ха, ребята, минус коп. Дальше, где еще один полицейский? Мне интересно.
полицию, мне стрёмно выходить. А, они выходят, там еще один полицейский, народ. Давайте, я вам буду помогать там. Там полицейский, чуваки. Там полицейский, хотя нету. В смысле? А, нет, нет, фух, да что я так по-нубовски играю? Все, побежали быстро отсюда воздавать наши денежки, пока меня тут не убили. Давайте. О, есть. Дали мне 1000 баксов. Нет! Что? Фух, есть. Я испугался. Я думал, что меня закрыли в банке. Я никогда не выберусь из банка. У меня такое чувство только что было. Давай. Нет, закрыто. Ну ладно, ламба тогда. Берем ламбу. На ламбе. Мы на ламбе. Крутые с вами. Пацаны на ламбе. Или там еще кто-то, не знаю. Так, мы все крутые с вами, мои подписчики все крутые. Так, давай, давай, давай. Ой, блин, я опоздал на ювелирку. Да. Кто молодец? Я молодец. Я опоздал на ювелирку, просто круто. Круто. А, я хотел, пожалуй, хотя поезд грабить. Так, где полицейские? Где полицейские? Если б я не задержался с банком, то я, возможно, и ограбил бы ювелирку. Но, понимаете, что такое но? Но не удалось на этот раз. Так что нечего расстраиваться. А стоит поставить лайк и подписаться, да. Ой, ты на крутой такой машинке, да, тут гоняешь. Что, нубик? Что ты тут делаешь? Ты нубик. Блин, она уже закрыта. Кого подвести? Бесплатная подвозка. Бесплатный... Короче, что-то бесплатно. Неважно что, но... В общем-то... Поехали на музей. Что мы ждем? А, музей уже что ли грабят? Нет, нет, музей не грабят. Нет, потому что я вижу по чатику пульт. Это означает, что рычаг активируй, как бы, активируй. Рычаг, они что, грабят? Нет, надо успеть, пока они не активировали рычаги, понимаете? Понимаете, ребята? Надо успеть, надо успеть. Ой, тут коп? Нет. Фух, к сожалению, то есть, слава богу, нет. Нет, давай, пускай, пускай меня, блин. Нет, ну что, все, закрылся музей. Поздравляю всех. А, нет, аж нет. Он закрыт или открыт? Я не могу понять. Вы понимаете это? Я не могу понять, он закрыт или открыт. Да он еще открыт! Что я вообще раньше расстраиваюсь, чем надо? Все, все, все круто. Поехали грабить наш музей! Да что ты меня толкаешь, чувак? Уйди отсюда, блин. Надо попробовать вот так, вот так, вот так пробежать, пробежать, грабить картину быстренько, быстренько, быстренько. Ай, 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 давай, давай, ай, 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 ай. Я странно это говорю, давай, давай, быстренько. Быстро. Есть, мы все, мы ограбили музей, вылазим быстренько. Коп, 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 коп. Ну ты и жесткий, конечно. Опа, опа. Так, давайте его убьем. Потому что чувствую я. А, нет, нет, это уже давай, на тебе. Да что, я не могу его убить, я в тупик зашел. Да нет же, меня арестовали, я в тупик зашел, я сам виноват, я в эту ворота зашел. А, несправедливо, конечно, но, я сам виноват. Нет, ну, так было хорошо и круто, но не сегодня. Ладно, ребята, я не буду на этом заканчивать, но я хочу еще что-то сделать. Хотел бы я еще помститься этому копу. Я в тупик зашел, я что-то растерялся, и вы видели, дробовик... Дробовик, вот этот вот дробовик, он вообще, я попадал в чувака, а ему хпшки отнимались, там по минималке, вы понимаете это? Я ему попадал, вроде бы хорошо по нему попадал, пули в него попадали, но отнимались вообще по чуть-чуть. Так что, это вообще нечестно. Вообще нечестно только что все было. Но я ему больше хпшки должен был снести, чем снес. Я растерялся просто, вы понимаете это? Так, чуваки, где-то тут копы есть? О, коп! Давайте его пойдем сейчас. Хотя чем мы его убьем? Вопросинка вопросов.
Конечно, это странно сказал, вопросинка вопросов, да. Мне смешно самому. Где ты делся? Это я вышел, а тебя уже нету. Я повернулся, а тебя уже нету. Вы понимаете, что это такое? О! Привет, иди сюда. О, давай карточку. Давай карточку. Опа, есть, карточку украли. И погнали отсюда. А ну давайте пистолет возьмем еще. Вот, давайте сейчас украдем у него пистолет, и будет все круто. Давай. Тогда пистолет сюда. Ладно. Давайте. А нет, я не хочу с тобой ехать. Goodbye. Коп, пока. Короче, я тебя сейчас убью, пойду, понимаешь, коп? Сейчас повеселимся в полицейском участке. Все-таки мы сегодня ограбили и банк, и ювелирку. Это, то есть, банк и музей. Это все было круто, ребята. Так что сегодня давайте еще повеселимся в полицейском участке. Вот, берем все, что надо нам. И погнали, убьем этого копа. Давайте ему такую благодарность сделаем. Вон он там. Так, берем пистолетик сначала. Самое такое легкое оружие. Опа, опа. Опа, есть, отнял 4. Отнял, отнял. Отнял, отнял, отнял. А ну-ка, давайте его дробовиком убиваем. К сожалению, коп, тебе не жить. Да, хоть падай, хоть... Давайте его добьем. Просто добьем его. Пару патронов. Вот так, все. Тебе не жить. Круто вообще, просто. Ну, это нубик. Нубик, нубиком. Это просто нубик. Нубик. Как это еще сказать? Я говорю, как... Не знаю, кто это. Как нубик. Да. Отдаем себе. Разгончик неплохой, но она умедляется и умедляется. Это что, очень круто? Так, вон там полицейский. Вон там полицейский, это круто. Так, давайте притормозим пока. Притормозим, то есть. Так лучше сказать. Так, так. Так. Ага, вон коп. Вижу. 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 Опа. Ага, ага. Ага, решил меня убить? Не получится, я тебе месть сейчас сделаю. Давай, я туда вот так запустим. Опа, опа, опа. Нет, нет, коп. Ты не получишь всего этого. А-а-а, нет, 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 нет. Давай, давай, убивай, убивай его. Убивай, 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 нет. Ну давай же, убивай. Убивай, 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 убивай. Нет, меня арестовал этот. Все-таки коп арестовал. Ай, капец. Я не знаю, что с дробовиком случилось. Все-таки он должен отнимать побольше. Это явно побольше. Отнимать должен. У меня такое ощущение, кажется, что лучше ходить с пистолетом стрелять, чем с дробовиком. Но он нам не даст ничего ограбить. Он, наверное, ребята, ну, он не нубик, я вам скажу, он не нубик. Хотя, как ты нас не убил-то? То есть арестовал, ну, вот хитрое, такое же хитрое. Ну ладно. Где этот полицейский? Мне он нужен. Хотя, ладно уже, ребята. Ну, сегодня и так было круто. Было все очень круто, даже можно сказать так. Поставь лайк этому видеоролику. Подпишись на канал. Поставь лайк, еще раз говорю. Где этот коп? Спасай, спасай! Меня спасай! Ладно, спасай ты меня, коп. Давай, помогите. Help me, please, коп. Давай, давай, спасай меня. Ладно, ребята, всем хорошего настроения и всем пока. Tell me that you love me, even if it's